Привет, друзья! Рада приветствовать вас на канале. Сегодня мы начнем расписывать шары к Новому году. Вот уже и не за горами Новый год. И я думаю, что самое время начинать делать украшения для наших интерьеров и для наших елок. Сегодня я вам покажу роспись шаров. Вот такие две модели. Вы сможете не только посмотреть, но и научиться вместе со мной. Из материалов нам сегодня понадобится универсальный контур для росписи, тесьма, кружево, бусинки. Но это для создания бантика. Если бантик вам не нужен, тогда и, соответственно, эти материалы тоже не нужны. Ну и клей для закрепления бантиков на шарах. Сегодня я выбрала для росписи вот такие золотые шары. У вас могут быть абсолютно любого другого цвета. Ну, я покажу на примере золотых. Значит, два шара у меня глянцевые и один шар с блестками. Объясню немножко специфику работы с такими шарами. Значит, для того, чтобы краска ложилась хорошо, такой шар нужно покрыть слоем лака. Если вы его трогаете и на ощупь видите, что он еще шершавый, то лучше покрыть еще одним слоем лака, чтобы он был достаточно гладкий. Тогда и краска хорошо ложится, и если где-то вы ошиблись, легко стереть. Без покрытия шар очень шершавый, краска западает, растекается, и подправить какие-то ошибки практически невозможно. Она затекает в эти блестки, поэтому, ну, мой вам такой маленький совет. Покрывать все шары, которые с блестками, перед росписью, слоем лака, слоем или двумя слоями лака. И после этого приступаем к росписи. Ну вот, в принципе, основные моменты такие. Приступаем к росписи. Предлагаю взять для работы рюмки. Когда распишем наш шар, вот так вот будем их ставить, и они будут сохнуть. Это очень удобно. Если у вас есть какие-то специальные подставки, то, пожалуйста, замечательно. Если нет, можно воспользоваться вот простыми рюмочками. Так, на первом этапе что мы делаем? По диаметру круга отмеряем равные отрезочки и проставляем их точками. Один отрезок. Каждый отрезок должны разделять две точечки. То есть отрезок должен быть одинаковый по размеру, а между ним по две точки. И так мы по кругу. Весь наш шар отмеряем. Это можно на глазок. Две точечки. Потом опять отрезок. И опять две точечки. Так по диаметру весь наш шар проходим. Если вы начали рисовать совсем недавно, и глазомер у вас развит еще пока, скажем так, не очень, то можно шарик поместить в кружку, выставить его ровно по центру и, придерживая его, вот так вымерять эти отрезки. Я обычно делаю это на глаз, но так, конечно, и легче, и быстрее. Потом достаем, и у нас ровно по центру нашего шара получается разметка. Thank you.
на данном этапе мы отправляем этот шарик сушиться. Как я вам и показывала, ставим его на рюмочку и пускай сохнет, потому что дальнейшую роспись выполнить пока невозможно, потому что здесь все сырое. Чтобы не размазать, отправляем сушиться. Пока сохнут наши шары, я покажу, из чего я делаю бантики для них. Именно для золотых шаров я купила вот такую тесьму. Из нее вот так вот собираю. Покажу вам на кусочки. Отрезаю кусочек. Так, подворачиваю. Получается такой прямоугольничек. И я его просто ниткой с иголкой вот так вот стягиваю. Получается вот такой бантик. Дальше беру элемент кружева. Белый я уже весь порезала, поэтому покажу вам на розовом. Просто вот маленький фрагмент отрезаю. Вот, такие получаются фрагменты. Мне нужен беленький. Потом я беру обычную бусину, самую простую бусинку, похожую на жемчуг. И в итоге при сборке получается вот такой бантик. Вы, конечно, можете сделать на свой вкус. Допустим, на золотых шарах, если у нас есть белая роспись, то бантики можно сделать белого цвета и оформить, допустим, золотой жемчужинкой. Ну, это уже все дело вкуса, как я люблю вам повторять. Я сделала вот такие золотые бантики. И когда роспись на шарах высохнет, я приклею их горячим клеем. Вот и готовы наши шары. Так как елка пока еще не наряжена, для нее еще слишком рано, то я решила вам показать вот на еловой веточке, как это будет смотреться.
вот такой кружевной шарик. И сейчас покажу второй. Положим сюда. Совсем не хочет лежать. Так. И вот наш второй шарик. Вот такие кружевные, нарядные. Конечно, если вы распишете своими руками, повесите на елку, то, во-первых, это будут эксклюзивные игрушки, которые будут только у вас. И вы будете знать, что они сделаны вашими руками. И, конечно, все игрушки handmade, они придают особый шик елке. Ну а вы оценивайте работу, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч!